Так вот, казалось бы, что там плохого, да? Потому что это центральный крытый рынок. Это павильон с сантехникой. Но была такая ситуация. Да, может быть, она сейчас есть, я же не знаю. Может, что-то поменялось. Потому что, представляете, да, одно единственное грамотное торговое место в центре города. Есть другие торговые места, не в центре города. Вокзальная, туда чуть-чуть дальше автомобилистов. Иногда, ну там тоже ценники какие-то большие были то. Что касаемо здешнего павильона, сантехника. Павильон номер 03. Я бы вам порекомендовал зайти и проверить. Потому что с сантехникой мы работаем достаточно долго. И вообще мне нравится сантехника по весьма недорогой цене. Потому что видите, какая ситуация. Все хотят евроремонт. Так по сути событий евроремонт сейчас что-то такое. Это тот же самый обыкновенный евроремонт, но сделанный из качественных и отечественных материалов. Это вообще неплохо делается. Потому что даже то, что я сделал у себя дома, это тот же самый евроремонт. Ну, конечно, это не... Хотя, в принципе, там есть и кафель испанский, да? Прикольная штука. Ну, да ладно. То есть, все остальное сделано из отечественных, практически из всех отечественных материалов. Ну, за исключением потолков, все остальные. Хотя, рано или поздно, может быть, мы и научимся делать потолки. Что же в этом такого-то сложного? Магнитогорск, как и вся Россия, такой же хорошо и грамотно развивающийся город. Но когда мы заходим сюда, павильон номер 03, сантехника, мы видим, что все, что связано с водой дома, вода горячая, холодная, смесители, обогреватели, водонагревалки, это все не стоит бешеных денег. То есть можно говорить и о том, куда вам необходимо прийти. Центральный рынок, павильон номер 3, сантехника. Поверьте, сама ситуация в России такова. Практически везде и всюду аренда. И это вернулось из Советского Союза. В данном случае идеалов нет. Все получали квартиры бесплатно. Как и лучшую медицину, как и лучшие знания. Но вот тут по-другому. Мы работали от пятилетки к пятилетке и росли. А затем в бытность Андропова появились кооперативы, и это было круто. Вот только Андропова не стало, а жаль, а так бы Китай офигел. Как мы могли бы сделать два лучших государства? Ну да ладно. Затем говнюк развалил Советский Союз, затем урод пропил его. А то, что сейчас творится, это далеко не дорога в будущее. Но смысл в чем? Немного людей работает на перспективу, а перспектива сложна. До миллиардеров нам не дорасти. Но ведь хочется жить с опорой на качество. А опора на качество и не за дорого. И это где? Да вот здесь. Понимаете, в чем дело? Дело в аренде. Человеку чухнуло, он сам не строил, но решил воткнуть. Да, много. Но вот здесь идеал. Лучшая возможность и минимальные цены. Вот как можно жить. Вы мне задаете вопросы, я постараюсь на этот вопрос ответить. То есть, когда мы зашли в магазин сантехника, что мы вам показываем? В данном конкретном случае мы вам показываем то, что может прослужить дольше, чем железо. Ну, вы представляете, да? Или вы не представляете? Ну, так если честно, хотя, в принципе, любой нормальный человек, который занимается ремонтом, он должен залезть куда? В подвал и посмотреть, как все это делается. Идеальный, конечно, качественный вариант – это все-таки Ленинский район. Да. А в Ленинске опускались, да? Из чего там сделана канализация? Из металла, естественно. Старого, древнего металла образца 50-х годов прошлого века. Теперь мы задаем вопрос. У нас имеется вещь под названием ремонт ваших квартир. И если вы туда поставите вот такие трубы, насколько хорошо и долго они прослужат? Ну, во-первых, давайте все-таки определимся, что это и есть стеклопластик. Качественный армированный стеклопластик. И в отличие от металла, он не гниет, не ржавеет. То есть вы его поставили и все. То есть мы будем говорить о том, что это прослужит максимально долгое количество времени, потому что там гнить-то нечему.
Мало того, допустим, есть такая штука под названием тире-турбо. Я толком не знаю, как он справляется, но, может быть, он справляется. Так вот, давайте зададим вопрос тире-турбо. Как ваш тире-турбо относится к пластику? Если он спокойненько работает с пластиком как с таковым, то бишь, давайте зададим другую тему. Если это кислота, то что она сделает с трубками, с вашими? Она их сожрет нахрен. Если это щелочь такая жесткая, да, то вы не думаете, что железо простоит слишком долго, она ее тоже сожрет. Поэтому, ну, давайте все-таки подумаем об этой теме. Вы не знаете, да? Ну вот, к моему счастью, я закончил горный институт еще тогда. И мне все это дело реально показали. То есть металл — это не металл по сути событий. Это обыкновенная там структура, которая вам позволяет это делать. Но она также гнется. Также гнется, также ломается, также отворачивается. Если мы ставим стеклопластиковую штуку, мы ее ставим на ленту ФУМа. А, тоже интересно. Может быть, лет через 50 что-то и поменяется. Но сегодня, сейчас лентой ФУМа я сегодня занимался утречком. То есть мне надо было что-то сделать. Но тем не менее, благодаря ленте ФУМа я все это сделал легко и просто. А вы думали, перед вами стоит лох. Не совсем лох. Поверьте мне, кое-что я умею делать. Ну так вот, стеклопластик и качественный стеклопластик, который продается в сантехнике, это идеальный вариант для того, чтобы ваше водоснабжение, и теплое водоснабжение, и холодное водоснабжение служило очень долго. И если вас интересуют цены, то вот вам покупатели, без понтов. Обыкновенные, такие же, как и мы, россияне. Ну, магнитогорцы. Лето хорошее время, да ведь? Очень. Лето хорошее время. Очень. Вы хорошее. Тоже занимаетесь ремонтом, да? Немножко. Нет. Берете? Для сада? Для сада. Для сада. Почему здесь взяли? Цены здесь приемлемые вообще. Все есть. Я уже не первый раз захожу сюда. Засорилась труба, а вам необходимо прочистить, да? Да. То есть вам что-то необходимо такое, что может именно прочистить эту трубу, да, изнутри? Ну, естественно. Почему вы сюда зашли? Я все обошел, просто зашел. И нашел? Ну, нашел, да. То есть бывает же такое, да, что чуть-чуть оказалось слишком много, а куда девать? Да. И сюда же возвращаем? Да. Дома. Вопрос такой, почему сюда заходите? Не знаю, я здесь давно уже работаю, как бы. Нравится мне здесь. Нравится, да? Да. Я сейчас немного объясню, а вы и подумайте. Хозяина я знаю практически 9 лет, скоро будет 10. Мы созваниваемся, он всегда на связи. К слову о мобильности, и не каждый день он в городе. Постоянные командировки, он ищет, а вы получаете выгоду. Как незадорого купить то, что простоит у вас не один десяток лет. А в некоторых случаях почти полвека, и это история гарантии. Вот так люди работают. Они сидят и ждут, когда из Москвы привезут полное говно для мухозапердянцев. Это я про сетевики вам говорю. В сетевиках качественная продукция есть, но там ее 10% искаки. Так вот, искаки только 0,01, которую вы можете себе купить. Так что ходите по сетевикам. К слову о том, что и здесь, на крытом рынке, более много, чем всякой ерунды. Но вот это место, где таких вещей не существует. Ух, мне говорят. А я еще раз говорю, когда я говорил вам про стеклопластик, все, наверное, думали, что я что-то обкурился. Хотя, в принципе, мне и надо курить. По одной простой причине, что лучший способ для лечения рака мозга – это все-таки анаша. А вы не знали. Так знаете, господа мои. Но у нас ни того, ни другого нет, поэтому наверняка... Хотя, если вы смотрите мой канал, вы должны понимать, что мы лечимся. Лечимся и будем лечиться, потому что это надо жить. Господь Бог мне сказал, я абсолютно бесплатно все это вам раздаю. Раз. Да, я не накурился, я не бухаю, естественно, потому что у меня есть, естественно, сын, и вот вы должны понимать, о чем идет речь. И когда я говорил про стеклоткань, я немножко сам накосячил. Потому что, в принципе, это полипропилен. Качественный, хороший полипропилен. И давайте все-таки говорить о качественном и хорошем полипропилене на границе 2 века
первого века, естественно. То есть мы сейчас уже уходим куда? Уже скоро будет третье десятилетие 21 века. Клевенько, да? А то, конечно, все немножко поменялось. То есть мне когда говорят, а я просто узнал, что есть такие штуки, акриловые краски, которые разбавляются водой. При этом вы потом, после того, как вы покрыли акриловой краской, вы этой водой не сможете смыть. Это такая прикольная штука, да-да-да-да. Все же меняется. И давайте все-таки объясним, что если вы используете полипропилен, все-таки забудьте вы про металл. Сам металл, как бы вам сказать, что касаемо того, из чего мы все это делаем. За этим будущее. Будущее за всем, что сделано из других вещей. То есть металл, все, практически приехали. Ну, за некоторым исключением. Туда. А так, поставили спокойненько. Поставили замечательные алюминиевые радиаторы, которые вы здесь можете купить. И секции, это вообще какие-то на копейки стоит. Это же все для вас делается. Вы когда пришли в эту контору под названием сантехника, вы должны понимать, что именно здесь работают по замечательному китайскому принципу. Давайте продавать многое. А когда мы продаем много, представляете, много мы продаем, так и продается. Вы же видели, сколько людей сюда приходит. То есть уровень и уровень зарплаты, уровень все остальное, он на таком же уровне, может быть, даже еще выше становится. Вы понимаете? К слову о том, когда мы сюда приходим, я просто вижу, как люди здесь относятся. То есть нету хамства, нету мерзости, понимаете? Я часто захожу и не понимаю, о чем идет речь. Потому что человек настолько сильно хамит мне, что мне просто иногда хочется в рыло ему закатить. А здесь не так. Здесь все абсолютно по-другому. Здесь всем нравится. Здесь нравится работать. И работа идет именно для вас. Поэтому вариант простой. Куда вам необходимо прийти? Даже если мы говорим про центральный крытый рынок, поверните налево. Ну, в сторону юга. И прямо сюда и придете. И здесь вам не хамят. И здесь вы видите более другое отношение к тому, что вы хотели бы купить для себя. Теперь строго и реально. К чему мы пришли? Было 35 предприятий. Стало из разряда миллиардеров одно. Я не против завода, я против того, что город самый грязный в мире. Год 2006. Не верьте, а проверьте. Это был мир. Мы стали самым грязным городом мира в году 2006. А в 2010 мы в России стали пятыми по загрязнению. Но это город черного металла. Я понимаю комбинат. Это работа по сокращению персонала. Я был там в период института. Грибок прицепил на ноги. И 90% времени мы просто сидели, только 10 работали. Но работа здесь оплачивается по-другому. Работа за бугром от 60 до 100 тысяч долларов в год. Здесь до 12 тысяч. Падение в цене от 6 до 10 раз. Но сами цены на хавку у нас в 3 раза выше. И это всего 20 тысяч человек. Мы не просто в плюсе, мы в минусах. И эти минусы нас еще каждый день давят. Каждый божий день от Единой России. Да мы просто офигеваем от этих цен. Вы что там, с дуба рухнули что ли? Но мы готовы усираться и жить и кататься, чтобы весь мир гудел. А для такого гудежа у нас есть то самое качество сантехники. Мы строим, и оно работает на перспективу, не втирая нам ценники. Опа-ца, интересная штука. Да-да-да-да-да, мне говорят, что Хотя, в принципе, вы можете старые радиаторы использовать. Вот они есть, чугунные такие, знаете. Да, и к слову о том, это для тех, кто никогда не разбирал батареи. А вы думаете, что там вода исключительно чистая, красивая и белая? Ну-ну, возьмите свои батареи и обрежьте. И посмотрите, какая там вода. Она черная идет, понимаете? В батареях черная вода. Потому что это чугун. А чугун, к слову о том... А вы не думали, что чугун в воде растворяется? Так расскажу, что он растворяется в воде. Да-да-да, если бы у нас все было красиво и ровно, то есть полипропиленовые трубы, дюралевые батарейки, да, тогда бы у нас вода была бы
горячая. Только она была бы прозрачная, естественно. Да. Поэтому я вам еще раз говорю. Давайте все-таки думать, о чем идет речь. К слову о том, что когда мы находимся здесь, это уже про себя я говорю. Лошара. Я лошара. А, не знаете, что ли? Да-да-да-да-да. Оказалось, что лента Фума — это уже пройденный этап. Да-да-да-да-да-да. Есть нити, катушки, блистеры и все остальное, которое также позволяет вам работать, и это уже не лента Фума. А я оказался лох. Да-да-да-да-да. А вы не думали, что человек, который работает на телевидении, лох? Так они все лохи. Просто кто-то говорит про это, а кто-то не говорит. А так, извините, вы все лохи. Только я про это говорю, а вы нет. Вот так работать и надо. И даже в состоянии аренды. Мы будем кататься вместе. Да, мы будем смотреть и делать. И это есть правило для ТВ. Работать на перспективу. Вашу перспективу. Чтобы мы могли сделать лучшее евро из российских материалов. Мы это сделать можем. Надо только всем понять, к кому ходить. А лучше ходить за сантехникой в эти магазины. И вот так мы говорим. Но мы сейчас говорим о том человеке, с которым я уже 10 лет практически как. В следующем году будет ровно 10 лет. Как раз моему сыну будет 10 лет. И мы как раз съездили и съездим туда, куда уже ездили. Вот видите, там водомер. Срок поверки 6 лет, да? Красивые счетчики Битар. Туда съездим. Съездим в Москву. Да и вообще прокатимся, потому что мы хотим показать вам, как люди работают. Они не испарились, не исчезли, они работают качественно. И вы должны об этом тоже понимать. Что если идет качество, то это не вопрос цены. Хотя есть у нас такая контора. Ничего не буду говорить, но хотелось мне с ними поменяться, так они меня все время кое-куда послали. Было это, конечно, мне это очень сильно не понравилось. Ну так в моих передачках еще ни одного слова про ту контору-то и нету. К слову о том, что в следующем году, в 2021 году, в моей передаче «Дом, милый дом» исполнится 15 лет. Представляете, да все есть, а его не будет. И не будет. Не хочу я с такими людьми дело-то иметь. А я хочу иметь дело с теми, у кого в голове есть правила. Правило следующее. Вы должны брать трубопроводы, смесители и все остальные примочки качественные, которые служат надолго в одном хорошем месте. И это место и есть водомер, павильон номер 3, центральная городская ярмарка. В смысле центральная, это не городская ярмарка, это центральный крытый рынок. Хотя мы на ярмарку тоже съездим.